Друзья, доброе утро, добрый день. Смотря у кого какой часовой график. Мы можем приступить к нашему вебинару. Прошу вас отметить плюсиком. Все ли меня видят, все ли меня слышат. Рад всех вас видеть. Надеюсь, да, отличный звук, есть свет. Давно мы с вами не виделись. Действительно, лето пришло, и заметно стало, что у всех свои дела. Это значит, жизнь налаживается, несмотря на все события. Все-таки у нас есть своя привычная колея, в которую мы возвращаемся, и летом, конечно, все отдыхаем. Сегодня у меня особенно приятная для вас история, история про новинку, которую мы делали достаточно долго, больше года, разрабатывали и рецептуры, и дизайн, и работали с партнерами зарубежными. Это очень крутая история, которую хочется вам сегодня подробнее рассказать. Причем стартуем мы с продажами совсем скоро, уже для VIP наших консультантов продукт будет доступен с понедельника, с какого там числа, сейчас скажу, с 27 числа. Ну и уже в 12-м каталоге все наши клиенты, все наши консультанты смогут покупать эту серию. Итак, Арису, красивые волосы по-японски. Секунду. Я думаю, что многие из нас обращали внимание, да, что у японок в культуре, в кино, в жизни, да, те, кто встречались с людьми, с девушками из Японии, видели, что один из таких элементов образа – это всегда красивые волосы. Красивые, длинные, блестящие, ухоженные волосы. И мы на самом деле поставили перед собой задачу сделать такой аутентичный японский уход для того, чтобы предложить его нашим клиентам. Мы не только подошли вдумчиво к тому, чтобы сделать качественную формулу, новую формулу, да, то, что сделать этот продукт с японской лабораторией, но также мы создали действительно аутентичный японский дизайн, то, как выглядят продукты непосредственно в Японии. У нас коллеги выезжали в Японию, смотрели полки, и нам действительно удалось создать продукт в рамках нашей лаборатории Faberlic. Я думаю, что многие из вас знают, да, что у нас есть центр научных разработок, в том числе мы разрабатываем продукты по уходу за волосами. И вот в нашей лаборатории мы разработали эту серию Арису совместно с японской лабораторией Цуна. Что значит разработали? В чем же все-таки вот это преимущество, самое главное этой серии, которую я вот хочется вывести, да, вот прям первым заявить? Это принципиально новая формула шампуней, масок, бальзама и кавошинга. До этого в наших сериях все-таки не было таких продуктов, именно такого уровня проработки. То есть вся серия у нас идет без парабенов, без сульфатов. В шампунях и масках не используются силиконы. Здесь есть действительно инновационные для нас продукты, такие как кавошинг, впервые у нас такой продукт, и я о нем подробнее расскажу, и, например, глина-маска. То есть действительно здесь была очень серьезная работа проведена, новые формулы, новые ингредиенты, поэтому надеюсь, что вы это оцените по достоинству. Здесь тоже хочется отметить, да, что для меня лично большой радостью, большой гордостью является то, что у нас Арису встанет на 12-й каталог с флаконом. Да, то есть это такая, знаете, для меня это впервые Faberlic, потому что я все-таки уже прилично работаю, да, все-таки впервые для меня моя серия «Уход за волосами» достоин чести встать на обложку, и вдвойне мне приятно, я горжусь тем, что Алексей Геннадьевич вместе с нашим японским партнером презентовал эту серию вместе здесь, на первом развороте. Для нашей компании крайне важно действительно быть на острие атаки, быть актуальным трендовым производителем, поэтому работаем с ведущими производителями ингредиентов, отдушек, вы все это прекрасно знаете, и, конечно, мы не могли делать японскую серию, не привлекая японского партнера, да, и я хочу сказать, что к нам Кейт Амано, представитель компании Цун, он приезжал к нам сюда в офис в феврале, еще до всех этих коронавирусных историй, мы здесь записали интервью, еще раз утверждали дизайн, формулы, все это обсуждали, поэтому действительно была возможность запечатлеть момент именно такого, может быть, даже исторического партнерства, по крайней мере, для категории уход за волосами, это 100% именно так. Цунна специализируется с 1947 года на производстве ингредиентов для бьюти-индустрии, для пищевой, химической промышленности из рисовых отрубей. То есть здесь не секрет, да, что рис – это такая сквозная культура, которая, наверное, ну,
культура, которая прошита в японской в японском обществе, в японской культуре, извините, тавтологию. И у нас, соответственно, есть понимание, да, что это и пищевой продукт очень важный, и это продукт, который приносит уход, красоту и коже, и волосам, и очень много ингредиентов из риса добывается именно для того, чтобы улучшить состояние кожи, волос. И здесь мы взяли у ЦУНА инновационный комплекс Инозитол, который добывается из рисовых отрубей и из зародыши риса, и, соответственно, который хорошо себя показал именно в уходе за волосами. То есть он восстанавливает волосы, он проникает, за счет того, что маленькая молекула проникает в том числе в структуру кожи головы и увлажняет, улучшает тургор кожи головы и способствует снижению выпадения волос. Здесь, мне кажется, уже вы видели, может быть, его интервью. Я покажу в конце вам нашего вебинара, в конце покажу еще раз ролик, который будет тоже доступен. И там будет фрагмент, где Екатерина Чедровицкая, наш директор по маркетингу, берет интервью у Кейта Амана. Для нас было крайне важно именно сделать такое партнерство для того, чтобы продукт получился действительно японским, действительно аутентичным. Кроме того, да, то есть все-таки арисо – это такой стык технологий и традиций. И с одной стороны мы берем рис, действительно такой, так скажем, сквозной ингредиент, но с одной стороны мы берем инозитол – это инновационный компонент, добываемый из рисовых отрубей. И с другой стороны мы берем более традиционный компонент – это ферментированная рисовая вода. Рисовая вода – это, так скажем, секрет японских женщин, которые с поколения в поколение передавали. То есть особенность в том, что когда ферментируются продукты, они меняют свою структуру, свой состав. И вот ферментированная рисовая вода, она обладает родственным коже pH и содержит минералы, витамины В, С и Е. И склеивает поврежденные участки волос, как бы вот эти чешуйки, соединяет их, да, и делает волосы более гладкими. И в этом, пожалуйста, самый такой исторический секрет. Плюс, усиливая инозитолом, мы делаем формулу еще более прогрессивный, инновационный, но на базе действительно традиционных таких идей. Кроме того, для всей серии мы взяли три традиционных японских ингредиента. Это сакура, лотос и вулканический пепел. То есть еще, так скажем, выделяя определенную фокусировку по серии, у нас всего 6 продуктов сейчас будет представлено в этой серии, из них, получается, 3 серии. Это питание, восстановление, детокс. И, соответственно, мы в рамках этих серий сделали вот такие специальные ингредиенты, дополнительные ингредиенты. В данном случае сакура – это ценнейший источник аминокислот, витаминов, минералов. И, соответственно, этот продукт позволяет нам лучше напитать волосы. Здесь мы особенно рекомендуем эту серию для сухих и ломких волос. Здесь у нас представлен, получается, в этой серии шампунь питательный и бальзам. Они не содержат парабенов, силиконов, не содержат сульфатов. То есть это действительно вот та формула, когда мы хотим что-то воспользоваться, да, то есть нам часто спрашивают наши клиенты, пожалуй, это вот самая инновационная наша продукция на сегодняшний момент. Поэтому здесь, конечно, рекомендую пробовать и предлагать. Следующее направление, тоже инновация, это серия детокс с вулканическим пеплом. Не секрет, что вулканический пепел, он обладает огромным свойством детокса, вытягивает токсины из волос и кожи головы. И мы дополняем эту серию маской глины инноваций, где глина тоже выступает таким абсорбирующим агентом. Я думаю, что эти свойства известны всем, и здесь, конечно, такое соединение действительно дает максимальный результат. Кроме того, у нас здесь шампунь мицеллярный. Много сейчас об этом говорят, и действительно мицеллярные шампуни, в отличие от обычных, они дают возможность более часто мыть голову, дают более нежное очищение, при этом у нас еще и детокс, здесь функция. Мы рекомендуем эту серию для жирных и склонных к появлению перхоти волос, именно для такого поддерживающего ухода. Особенно рекомендую попробовать маску глину, потому что это действительно новая текстура, новая формула, очень интересный продукт. И третья наша серия – восстановление. Как вы все уже знаете из моих вебинаров, прямых эфиров, что восстанавливаемость на поврежденные волосы, значит, окрашенные волосы, те, у которых чешуйки волос приподняты,
И сюда же мы можем отнести, например, пористые волосы, вьющиеся, да, для которых мы рекомендуем эту серию. И здесь у нас лотос дает именно питание, дает восстановление, и плюс к этому он восстанавливает структуру волоса. Два продукта, как раз кавошинг, он называется уже привычный термин, для нас это моющий, очищающий кондиционер, восстанавливающий, очищающий кондиционер, который, важно о нем, да, о нем поподробнее сказать. Этот продукт мы рекомендуем вместо шампуня использовать и вместо бальзама. То есть вы берете его, этот один продукт, и больше вам не нужен ни шампунь, ни бальзам. И особенность в том, что он не так сильно пенится, он практически не пенится, поэтому, когда вы будете тестировать на себе, не пугайтесь. Я могу сказать на свой счет, да, что у меня сегодня это мой фаворит среди наших продуктов, потому что мне что нравится, то, что, во-первых, это быстро, дает действительно хорошее очищение и плюс увлажнение волос. То есть я даже в конце дня чувствую, что у меня волос, хотя вот сейчас покороче, да, но я тестировать начал продукт еще до того, как я постригся, вот даже к вечеру чувствуется, что прическа держит объем. То есть это вот такое, знаете, ощущение свежести. Поэтому крайне рекомендую. Здесь важно понимать, что пениться он не будет. Вам нужно взять небольшой объем продукта на ладошку, там где-то, может быть, вот, как сказать, вот столько, да, выдавить. Хорошо распределить в руках, для того, чтобы вот продукт максимально распределился по рукам. И после этого нанести массирующими движениями на влажные волосы. Если у вас волосы длинные, то вам можно добавить еще продукта. И для того, чтобы он лучше скользил, вы добавляете немножко воды. И хорошенько массируете корни, аккуратно массируете волосы и оставляете несколько минут, пока вы в ванной чистите зубы или умываетесь дальше. И когда смываете, вы почувствуете, тратится действительно, это вот реально продукт, который мне хочется всем рекомендовать попробовать. Особенно у кого волосы повреждены или вьющиеся, кстати, у меня вьющиеся волосы, и тем, кто носит короткие стрижки. Я думаю, что это будет и функционально удобно, да, потому что вот без пены все-таки, да, продукт работает, и просто, как скажем, интересный опыт, посмотреть, как это работает с вами. Вот. И, конечно, здесь есть маска для волос, которой мы можем дополнить уход, когда нам нужно более глубоко поработать на волосах. Здесь у нас хочется уже перейти непосредственно к нашему ролику и вам еще раз его показать. Я напомню, что впервые эту серию презентовал на нашем диджитал-форуме в прямом эфире и рассказывал про эту серию, рассказывал про будущую серию Blond Icon и, соответственно, показывал ролик, который мне сегодня хочется с вами еще раз поделиться, передать это настроение аутентичного японского ухода, который мы создали здесь, в лаборатории Faberlic, совместно с лабораторией Цуна. Что мне хочется еще добавить здесь? Арису – это не просто серия с инновационными компонентами. Арису – это также японское женское имя, означающее благородное. И нам хотелось создать действительно серию, где мы объединили ритуалы красоты японок для красоты волос наших женщин. Я вас призываю попробовать самим прежде всего эту серию, потому что действительно это новый уровень ухода за волосами, новые формулы, новые ароматы, новые ингредиенты. И, конечно, партнерство с японской лабораторией. Здесь действительно можно смело пробовать, смело рекомендовать вашим клиентам, вашим друзьям.